Ассаламу алейкум, всем привет! Девочки, хочу вам показать сегодня вот такой рецепт вкусного, нежного торта, блинного торта, девочки. К большому сожалению, у меня не сохранилось видео, где я готовила тесто для блинов и как его выпекала. Но видео, где я буду показывать вам все, как я его собираю, сохранилось. Девочки, вот выпеклись блины. Я их сейчас поставлю в холодное место, чтобы они остыли. Потом буду собирать наш торт. Такие красивые они у меня получились. Девочки, блины я поставила остывать. В крем у меня будет сливки. Тут 1,5 стакана сливок и 100 грамм сахарной пудры. Теперь я буду все взбивать.